Вот отсюда видно Эйфелеву башню. Говорили, что она, вернее, я читал, что она 5 минут работает в течение, ну, как бы каждый ровный час. А оказывается, нет. Она вон светится, сейчас поеду ее снимать. Это вот еще все еще площадь Звезды. Жду 30-й автобус. Вот это вот Елисейские поля, вон там. Вот Эйфелева башня светит красиво своим прожектором. Обалденно, сейчас туда поеду, там вообще, наверное, красота. Когда она вся светится. Это Рювограмм. О, моя тридцатка.